В торговом центре прошла противопожарная акция, посвященная 55-летию Всероссийского добровольного пожарного общества. В 2015 году отмечается 55-летний юбилей ВДПО. Это крупная в России общественная организация, которая занимается предупреждением пожаров и оказанием услуг в сфере пожарной безопасности. Асбестовское отделение ВДПО возглавляет Андрей Петрушин. На сегодняшний день вот эта вот общественная организация общероссийская, как ВДПО, играет очень большую роль вообще в обеспечении пожарной безопасности. То есть весь перечень пожарных услуг, который может быть предложен на этом рынке, все может выполнить Всероссийское добровольное пожарное общество. То есть это и товары, и услуги, и причем это все с каждым днем все совершеннее и совершеннее. Мы постоянно предлагаем все новые и новые продукты, стараемся идти в ногу со временем. В честь своего праздника городское отделение ВДПО провело акцию «В быту твой друг огнетушитель, а при пожаре он спаситель». Поддержать коллег пришли сотрудники МЧС, 5-го отряда Федеральной противопожарной службы и отдела надзорной деятельности Асбестовского городского округа. Вот уже 55 лет рука об руку идут пожарная охрана и, соответственно, Всероссийское добровольное общество помощи пожарным. Оно было создано в 60-х годах прошлого века. Для чего? Для популяризации знаний о пожарной безопасности среди населения и продвижения, так сказать, в свет новых технологий, опять же, во внедрение новых технологий пожарных. Поэтому, как 55 лет назад мы встретились с пожарной охраной ВДПО, так мы и до сих пор идем рука в руку. В противопожарной акции приняли участие группа «Звездочка надежды» из детского сада «Радости», дружина юных пожарных, команда 01 из первой школы. Противопожарное шоу собрало фойе торгового центра население разного возраста. Дошколята из детского сада «Радость» выступили в роли огнетушителей, на примере которых Андрей Петрушин рассказал, как правильно пользоваться этим средством пожаротушения. Перед нами огнетушители углекислотные и порошковые. При его использовании необходимо сорвать пломбу. Итак, срываем пломбу. Андрей Васильевич, покажите, где у нас тут пломба. Вот так мы срываем пломбу. Дальше выдергиваем мы чеку. Чеку выдергиваем вот так вот, вычеркиваем. Направляем раструб на очаг пожара. Вот это раструб. Направляем все на очаг возможного пожара. И нажимаем рычаг. Инструктор ВДПО Наталья Дарьина вручила воспитанникам детского сада «Радость» раскраски на пожарную тематику. В ходе проведения акции желающие смогли принять участие в интеллектуальной игре «Счастливый случай». Горожанам задавали вопросы по правилам пожарной безопасности. Летучие продукты горения. Дым. Наталья Николаевна Житон. Итак, считаем. По результатам игры инструктор ВДПО Наталья Дарьина вручила главный приз – огнетушитель порошковый емкостью 2 литра Наталье Черепановой, победительнице конкурса. Ее соперница получила утешительный приз. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости АТВ.